есть сюда высыпается, как из самосвала, высыпается виноград, запускается шнек, и этот шнек виноград проталкивает в сторону дробилки гребнеотделителя. Собственно, на этом начинается уже процесс непосредственно переработки. Это Гюльбала Магомедович Заидов, наш главный винодел, как бы главный человек на этой территории. Сколько, Магомедович, лет вы в виноделии? Сколько, какой сезон у вас? Сколько вы выпили в литрах? Не, это невозможно посчитать. Я не мог каждый день записывать. Можно только года посчитать. Сколько лет Магомедович этим занимается? 42 сезона, а виноделие 74 года. 42 сезона. Многие не родились. 42 сезона — это не шутки, конечно. Конечно, натуральный виноградный сок. Натуральный не придумаешь, как бы. Вот там виноград внутри, вот здесь сок. Как пахнет, как хорошо. И в чем отличие красного виноделия от белого виноделия? Принципиальное. Тем, что в белом вине, в белом виноделии мы работаем с соком. Мы отпрессовали виноград, забрали сок, добавляем дрожжи и бродим сок. В красном виноделии мы бродим весь виноград, то есть сок в контакте с ягодой. Иначе оно не будет красным. В большинстве сортов винограда, ну почти во всех, кроме гибридных, сок внутри ягоды белый. И чтобы стать красным, да, он должен забрать это все из кожицы. Красное виноделие, одним словом, если описать, это экстракция. Нам нужно экстрагировать, забрать все нужное и избежать экстракции всего ненужного. Здесь уже включаются наши технологии, там подходы, и требуется соответствующее оборудование. Брожение идет по-разному, 7, 8, 10 дней. Если у нас виноград максимально вызревший, там наш красностоп знаменитый, если мы можем позволить себе подольше держать, мы держим дольше. Может быть и 10 дней, и 12 дней в контакте находиться виносный сгой. Потом, когда брожение закончилось, мы также гравитационно сливаем самотек в нижнюю емкость, и начинается весьма трудоемкий процесс в наших вот этих условиях прессования. Прессование красного, сбродившего винограда. Поскольку здесь нет розлива, то, конечно, нагрузка, очень большая нагрузка. Зимой, весной она, конечно, здесь полегче. У Раду эти доски проходят сканирование по их уникальной технологии инфракрасным способом. То есть за счет инфракрасного излучения они замеряют потенциал танинный каждой отдельной доски. Новое, то есть в ней еще не было вино. Первое вино, которое в нее попадет, оно ее, скажем так, омоет внутри. Оно из нее заберет все самое жареное, самое интенсивное. Это с одной стороны хорошо. Раньше это было модно, в Америке до сих пор модно. То есть Роберт Паркер, может, такого человека слышали. Человек, который повлиял очень сильно на стилистику вин во всем мире. То есть в Америке немеренное количество закупается нового дуба. Калифорнийские вина традиционно выдерживаются в новом дубе. Пить их невозможно. Первые 5-7 лет пить их невозможно. Они об этом сами говорят. Не так, конечно, говорят. Они говорят, у вина огромный потенциал. Огромный потенциал, то есть там долгожительность, там через 10-15 лет там будет бомба. Are you ready for this?
вас от всех сказать большое спасибо винодельскому хозяйству, Максиму, за то, что откликнулся, нас принял и все получилось. Гюльбала Магомедович. Тоже ему большое спасибо. Дитя цветов. Да. Вот, все получилось, вам понравилось? Да. Отлично. И теперь все хором. Спасибо! 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 Сегодня будет уха по-флоренски. Обычно это шурпа, но сегодня решили, что это будет уха. У нас сегодня будет обязательно уха. Сейчас буквально дайте мне 2 часа, я наловлю столько рыбы, сколько вы не сможете съесть. Big stage, I got my crew, I'll get you moving, it's what I do, the party's starting, it's going down, let me show you what it's all about.